этой пары наши зрители будут аплодировать стоя. Встречайте, звезды искусственного льда Алексей Ягудин и Валерия Ланская. 3, 4, 5, 6. Я могу быстрее просто говорить. Там 3, 4. Я сделаю, я научусь. Ну, жуткое уважение. Вот насколько возможно уважать его. Я хотел сказать уважать, но все, ты меня сбила. Прости, пожалуйста. Ну, значит, я не одна такая. Насколько можно уважать его творчество, настолько мы его уважаем и ценим. Я говорю, мы. Да. Давай дальше, извини. Ты руки сгибай. Я там была с этим, ты меня их потом согнула. А зачем? Не сгибай. Я, у меня что-то с кистями стало. Ой, молодцы. Мы как-то в последнее время создавали такие более серьезные номера. С душой. С душой, опять-таки же, представляете? А в этот раз мы подумали с Александром Жулиным и с Игорем Маршаляком и решили немножко отойти от того, может быть, так сказать, жанра, да, в котором мы выступали, а сделать что-то вот абсолютно противоположное. Мы выбрали песню, на мой взгляд, ну, мне кажется, что ее практически никто не знает и никто никогда не слышал, по крайней мере, ее очень редко где-либо можно найти и услышать. И когда я прочитала название этой песни, я поняла, что уже вот то, что надо. И когда я услышала, послушала текст, это просто, ну, нельзя было ее не взять. Потому что эта песня... Потому что эта песня с душой. Это дело не в этом. С душой, само собой. Она про фигурное катание. Дурочка, зачем ты рассказываешь? Телезрители буквально через несколько минут это увидят, а ты уже хорошо, все рассказал. Хорошо, я не буду больше рассказывать. С душой. Да. С душой. Ну, в общем. На льду Валерия Ланская и Алексей Ягудин! Welcome World and Olympic Champions from Russia, Valeria Lanskaya and Alexander Zhulin! Выбор очень интересен. Звезда искусственного льда. Лидеры танцуют. Главные претенденты на победу в шоу «Ледниковый период» в этом сезоне. У всей планеты на виду, снежинкой хрупкою ты кружишься на льду. В лучах прожекторов, в лучах любви людской, так быстро юность может стать звездой. Звезда искусственного льда, мелькают страны, стадионы, города, а я все думаю про дальние года, где звезды тают без следа. Радист ключи, тот старый простенький мотив, и ты летишь, и сам взволнован на прийти. В пресс-центре смолкнет разговор, вздохнув, уходит твой застенчивый партнер. Мы остаемся за кулисами с тобой. Ты скажешь мне, как трудно быть звездой. Звезда искусственного льда, моя капризная неверная звезда. Летят настойчиво стучаться к нам года, где звезды тают без следа. Вновь звучит тот старый простенький мотив, и ты летишь, и сам взволнован на прийти. Ты рвешь со мной, теплее строни взгляд судьи. Любовью и тоской полет в глаза мои.
ребята обнимаются, они довольны. Они выполнили уникальный элемент, первый в истории фигурного катания, когда выброс выполняла не партнерша, а партнер. И элемент был выполнен чисто, без помарки. Другое дело, что в параллельном вращении Лера немножко потеряла партнера, получилось несинхронно, ну и в концовке была техническая ошибка, вы ее все видели, так что сейчас мы узнаем.